Он привез новый пахучий куст. Потрясающий запах, как можжевельник. Кофейня открывается. Как это по-вьетнамски называется? Ты знаешь название? А он знает? Ты мне напишешь, я найду его название ботаническое. Потому что это Мэнтхау, для меня ничего не говорит. Мне надо написать и поискать в интернете. Все, кофейня открывается. Андал начинает работу. Он привез. Боже мой! Как же я это люблю! Запахи, запахи. Больше зелень, больше зелень. Да, я люблю. Между прочим, это фитонциды, они убивают бактерии. Вот эти хвойники, они убивают бактерии. Ну, не знаю. Больше зелени это хорошо. Это супер хорошо. Но вот это дерево. Почему-то оно здесь не имеет такой запах. Да, имеет. Туя. Вот, а это очень сильно пахнет. Какой сегодня торт? Сегодня будет торт или еще неизвестно? Шоколадный сегодня. Какая цена за кусок? 40 донгов. Так что торт сегодня еще впереди. Вот, кофейня за несколько минут до открытия. Он включил кондиционер. В общем, день начинается с новым деревом. А красиво на самом деле. Вот ничего не могу поделать, но это здорово. Какао. Фасованное. Кубок. Бокалы. Плющ. Цветочек. В общем, хорошего дня.